Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Солнце помогает этому человеку и дает такие качества, как честолюбие, стремление к лидерству, амбициозность. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. У владельца этого имени очень явно проявляются такие внутренние качества, как независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Это экстраординарные личности, которым свойственен аналитический склад ума и в то же время творческий подход к делам. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Буква «Т» дает человеку настырность. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.